Светулечки, с сегодняшнего дня начинаем с вами переорганизацию моей кухни. Хочу поменять немножечко места хранения. И смотрите, что я себе купила, девчонки, по безумной бюджетной цене. Заказала на Озон, на Валберис просто именно в таком цвете не было. Видите, этот цвет золота, это у нас подставка для специй. Вот так она выглядит, девчонки. Она есть в черном матовом и она есть в серебре. Вот видите, вот такие вот, таких разных цветов подставки. Девчонки, смотрите, я взяла себе вот такие вот наклеечки для специй. И вот тут вот у меня прям реально бардак. Сейчас объясню. Немножечко мне не нравится. Устала я от вот этой вот системы хранения, девчонки. Объясню почему. Неудобно. Очень большие банки занимают много места. Я сейчас этот шкафчик немножечко перетрансформирую под другое хранение. И взяла вот такую подставку, ну потом в конце видео, да, в процессе уже вы поймете, почему именно вот такой цвет, для чего я это сделала. В общем, короче, я хочу немножечко все поменять. Хочу убрать вот эту вот наклейку. Вернуться к черному цвету. Кстати, девочки, вы у меня спрашивали по поводу качества. Отлично держится, вообще никаких нареканий нет. Моется прям агрессивными чистящими средствами, вообще без каких-либо проблем. Кто решит клеить, обязательно рекомендую. Но просто мне немножечко надоело. Люблю менять все, поэтому хочу вернуть вот этот цвет. Поэтому будем с вами заниматься перетрансформацией, девчонки. Сейчас начну с организации специй. Так, вот понимаете, вот эта женщина, она мне мешает каждый раз. Начну сейчас с организации специй. Приведем в порядок эту подставку. Сейчас все распишем, посмотрим, пересыпем, организуем ее. И уже дальше буду наводить порядок в верхних шкафах, делать организацию. И плавно перейдем в нижние. В общем, планы у меня прям такие грандиозные. Хочу минимализировать какие-то вещи, миски, потому что избавиться от того, чем не пользуюсь. Потому что очень много лишних вещей у меня на кухне, которыми я не пользуюсь, и они занимают очень много места. Поэтому, девчонки, давайте начнем. И уже я вам покажу, что у меня получится. Ну что, девчоночки, давайте начнем полностью переделывать и оформлять мою кухню. Я выставила свои специи. Конечно, могу сказать вам так, что я, по большому счету, наслаждалась вот этой организацией, но в связи с тем, что не всеми специями я пользуюсь, не все специи иногда мне нужны, поэтому вот этот ящик по своему функционалу очень классный. Советую такой ящик организовать, но если только у вас позволяет пространство. Это, конечно, очень удобно, прикольно, но в связи с тем, что моя кухня маленькая и у меня просто там минимализировано вообще место для хранения, поэтому мне обязательно нужно было его переделать для того, чтобы создать себе определенное удобство. В общем, я перекладываю все специи, навожу порядок и занимаюсь уже вот такими вот моментами, как уборка. Девчонки, смотрите, я начинаю всегда убирать сверху в шкафах, протирать все. У меня организовано хранение все по контейнерам. Контейнеры у меня из Икеи. В свое время я, конечно, успела их купить. Это большое счастье, потому что они очень-очень удобные. Они у меня все проклеены наклейками именными, и у них насыпаны всяческие продукты. Очень удобное хранение. Если что-то заканчивается, просто досыпаешь. Еще у меня есть на балконе такой секретный шкаф. Там у меня хранятся все запасы, и если мне нужно, я досыпаю просто и пользуюсь. Очень удобное хранение, девчонки. Очень советую составить просто список по тому количеству контейнеров, которые вам нужны, и просто их заполнить и красиво расставить. Следующая моя боль, это, конечно, холодильник. Девчонки, уже очень давно я его не мыла, и в этот раз я решила прям сделать по максимуму генеральную уборку. Полностью его помыть, я вытаскиваю все продукты, все перебираю, смотрю, что лишнее, смотрю вообще по состоянию на продукты, и в обязательном порядке я мою полки. В морозилке я до этого наводила порядок, поэтому морозилку я не трогаю. А вот в самом холодильнике, конечно, у меня беда. Я сняла все полки, замочила их азелитом для того, чтобы полностью все отмыла. Они у меня постояли в ванной. Конечно, нанюхалась я знатно вообще этого средства. Очень ядерное оно. Но полки отмылись за 2 секунды. Потом я уже, конечно, догадалась надеть перчатки, девочки. Но руки, конечно, я попортила. Промыла весь холодильник. Помыла я его, внутренность холодильника, средством от Faberlic желтым. Очень хорошо справляется с какими-то точечками.
корочками, пятнышками, все отмывается, свежесть в холодильнике, самое главное, что очень хорошо все смывается. Потом, девчонки, у меня есть такой секретный шкафчик внизу, где у меня различные приспособления для кухни, моющие, чистящие, в общем, тоже работала я над его организацией, позже в видео, конечно, расскажу вам, что там я планировала и поменять немножечко саму систему хранения, но вот пока у меня все остается в таком варианте, в принципе, у меня все стоит удобно, конечно, при вот одной из дверец у меня стоит там мусорное ведро, приходится его отодвигать для того, чтобы что-то достать, в общем, конечно, не очень удобно, но в связи с тем, что маленькая кухня и в то же время все стоит в одном месте, все аккуратно разложено, в принципе, этот ящик справляется со своей задачей. И уже дальше, девчонки, у меня идет полностью переорганизация шкафа. Вот в этом большом шкафу у меня были кастрюли, я его отмываю. И еще, знаете, один неудобный момент, то есть у меня сверху столешница, на которой я готовлю, и вот как бы я не мыла этот шкаф, постоянно какие-то крошки, какая-то пыль, что-то попадает в него. Конечно, приходится частенько его протирать для того, чтобы это все красиво выглядело, но ничего страшного. Делаю организацию, все заново перекладываю. В конце видео вам подробненько расскажу о каждой позиции, которую я приобрела, расскажу, почему я это сделала. И вот уже мы тут подходим к самому интересному. Я прошлый ящик для специй, который я использовала для хранения специй, я переорганизовываю и делаю систему хранения для мелких гаджетов, которые мне нужны на постоянной основе, но они лежат то в одном месте, то в другом, то в третьем, и поэтому я организовала вот такой своего рода ящик, в котором хранится все. Но мне было мало его организовать именно просто, да, вот саму систему. Мне надо было все это еще разложить, чтобы это было все понятно, по категориям, не болталось по шкафу. В общем, я придумала вот такую вот организацию и хранение. Она мне очень понравилась. Присмотритесь к этим разделителям. Девчонки, эти разделители можно также использовать, как и для хранения одежды в большом шкафу. Очень удобно. Они есть разных размеров. Первый раз я ошиблась, заказала себе другого размера разделители. Поэтому потом пришлось мне поменять на деревянный. Но я нисколечко не жалею. И следующая, девчонки, моя любовь. Это вот для хранения приборов контейнеры деревянные. Долго я на них смотрела. Девчонки, я вам оставлю ссылку на один вот прибор справа, который вы видите, он стоит 1600, а я нашла за 1000, но он мне еще идет, я от него не отказалась. Два разных продавца. Я теперь, конечно, ас по Валберису, все везде смотрю, перебираю, прям, знаете, смотрю ссылки, отзывы читаю, выбираю продавцов. В общем, контейнеры для хранения столовых приборов очень-очень удобные, девочки. Прям я рекомендую 100% и смотрится очень круто. Потом у меня еще возникла такая проблема, у меня тоже для выпечки такие какие-то маленькие моменты, тоже по разным шкафам, то есть надо что-то там, допустим, приготовить, я достаю туда-сюда, это все мне очень было неудобно. Я вымеряла в шкафу расстояние и заказала вот такие деревянные контейнеры. На первый взгляд, девчонки, они покажутся не очень симпатичными, но я думаю, их либо покрасить морилкой, либо просто сделать надписи для того, чтобы было видно, что в них хранится, тоже очень классная задумка в том плане, что у тебя вот эта вся мелочевка не болтается по шкафам. Отдельная боль вообще в моей жизни – это духовой шкаф. Девочки, в общем, я не знаю, сколько я его не мою, вроде бы, как бы, да, и всеми пользуюсь различными средствами, но вот не отмывается он до идеального состояния вообще никак. Я, конечно, помучилась, но, в принципе, плюс-минус я его отмыла. В общем, это вечная проблема с этим духовым шкафом. Это, конечно, тихий ужас и кошмар. Я не знаю, может быть, вы мне что-то посоветуете, но вот все то, чем я пользовалась до этого, конечно, работает, но все равно не до такой степени, вот как бы мне хотелось его отмыть. Потом, девчонки, я сняла белую наклейку с кухни в связи с тем, что у меня появились приборы золотого цвета. У меня, в общем, получился такой стиль, знаете, черный. С золотом. Я решила снять эту наклейку. Тоже вам уже сказала о том, что мне она очень-очень понравилась. Еще наклею такую же наклейку, только другого какого-то цвета. Очень удобная в использовании, вообще не портится. Просто сняла, девчонки, ради какой-то перемены на кухне. В общем, я отмываю кухню, глянцевые фасады я всегда промываю средством для стекол и зеркал от Faberlic. Значит, всю поверхность кухонную я уже прям, знаете, психанула, обработала азелитом. Все, у меня весь жир отошел, все отошло. В общем, все это я промыла.
мыло дело. Это, конечно, такая, знаете, своего рода трудная задача, но ничего, все отмылось, все замечательно, все хорошо. Кухня заблестела, кухня задышала. Я такую уборку делаю приблизительно раз в месяц, такую глобальную. А вообще стараюсь в течение периода, да, использования кухни поддерживать. То есть помыла один шкаф, да, там, потом помыла второй шкаф, третий, протерла фасады. Очень редко, когда я делаю прям такую, знаете, мега-генеральную уборку. И уже я начинаю расставлять всю свою красоту, девчонки. Вот эта подставка для специй, она просто божественная. Я ее обожаю. Она такая красивая. Приборы с Кюхена, это вообще отдельная любовь. Я их когда увидела, я просто не смогла устоять. Я их взяла и даже вообще не задумывалась. Оформляю раковину. Очень мне понравился дозатор для мыла. Он качественный, девчонки. Очень красиво смотрится. И вот эта штука для держателя, держатель для губки, я использую как для того, чтобы держать тряпочку, да, очень хорошо смотрится и очень удобно. И наконец-таки вот этот вот весь шум, который у меня лишний на кухне, я его убрала. Я не люблю, когда на столешнице расставлена вообще куча всего, потому что столешница маленькая. Когда я готовлю, в общем, много всего не расставишь, поэтому вот все, что лишнее, я все убрала. В принципе, вот этот вот тот вариант, который вы видите, он для меня самый идеальный. Также навожу порядок на островке, девчонки, протираю технику своими салфетками от Faberlic, которые я вам уже в каждом видео стараюсь показать, потому что они очень классные. Все отмываю, все расставляю, привожу в порядок. За техникой я ухаживаю достаточно часто, когда у меня есть возможность, да, я взяла салфеточку, все протерла, потому что техника не бюджетная и требует определенного ухода. Не даю ей загрязниться прям сильно. И еще плюс, что это у меня не стоит все на общей столешнице, да, не соприкасается с приготовлением еды, с какими-то жирными каплями, но тем не менее все равно как бы грязь присутствует, да, пыль и все тому подобное. В общем, салфетки справляются шикарно. Так что, девочки, вот такой порядочек я навела, и сейчас мы с вами поговорим, я сделаю вам обзор на кухню, все покажу и расскажу. Ну что, девчоночки, вот и закончила я свою уборку. Кухня доведена до идеала. Я счастлива, все разложила. И сейчас мы быстро и кратко пройдемся по каждой полочке. И в процессе уборки я вам, в принципе, все рассказала. Ссылочки, девочки, я оставлю в описании на заказы, которые я делала. Отдельно хочу остановиться на вот этой вот подставке для специй. Девочки, она просто идеальная. Там есть несколько размеров. Есть маленькая, вот эта, и побольше. Очень выполнена хорошо, качественно. Мне безумно она понравилась. Я сделала вот такие вот наклейки, девчонки. Видите, вот так сбоку у меня вставлены баночка для специй. И здесь вот видно и подписано, что где находится. Следующая, девчонки, это моя любовная любовь. Это покупки из Кюхенленда. Вот такие вот гаджеты для кухни. Еще осталось купить сотейник такой небольшой, то, что вот у них появилось в наличии, но на тот момент, когда я покупала, этого не было. И давайте пройдемся по ящикам. Девчонки, смотрите, изначально заказала вот этот ящик, который раздвигается, но я уже сразу, в принципе, поняла, что он не встанет настолько правильно на всю полностью мою полку, поэтому я дозаказала еще один, они пришли разного цвета немного, но, в принципе, в общей массе они замечательно сочетаются. Вот здесь вот я сделала хранение полотенец. В принципе, удобно. Протянул руку и достал. У меня не так много ящиков, поэтому я постаралась сохранить общую концепцию и сделать все, чтобы было мне удобно пользоваться. У меня есть два набора столовых. Вот в таком цвете и вот в таком. Мне надо было их как-то разграничить, потому что они у меня скопом лежат. В общем, придумала вот такое вот хранение. Ножи тоже разложила. Здесь большие, здесь поменьше, здесь для хлеба. Им я пользуюсь достаточно редко. И теперь, девчонки, вот этот мой секретный ящик. Значит, сама недавно для себя я открыла вот такие вот чудесные разделители. Девочки, ну это прям находка. Мне пришли до этого пластиковые. Обязательно смотрите максимальный размер. Я их заменила в итоге на вот эти деревянные. И теперь у меня все настолько удобно. Вот эти банки стояли у меня в ящике, в углу. Мне приходилось вытаскивать миски, потом доставать все для выпекания.
было безумно неудобно. Постоянно я путалась, был бардак в шкафу. Поэтому вот эта организация просто идеальна. Это то, чем я пользуюсь постоянно. Здесь также у меня идут пластиковые приборы. Это у меня Fishman. Очень хороший бренд. Единственное, что мне не очень нравится, здесь вот у них все яркое. Но, тем не менее, по моментам эксплуатации вообще шикарные и приемлемые по цене гаджеты. И сюда я положила полностью все то, что я до этого покупала тоже в Кичленде. Все приборы, я ими пользуюсь. Они очень удобные. И чтобы они у меня не стояли, получается, на столе. Здесь у меня стоят вот эти красивые. Я их определила вот сюда вот в ящичек. Здесь у меня для выпекания бургеров формочки, например, либо для подачи салатов. Зажимы для пакетов, крышки пластиковые. И здесь у меня уже идут гаджеты, которыми тоже я пользуюсь постоянно. Вот такое хранение, девчонки, я придумала. То есть теперь мне не надо лезть в шкаф, вот это все переворачивать. А я его открыла и все достала. Следующее, девочки, это еще одно перемещение. Здесь у меня лежали кастрюли с крышками, но... Также вот эти миски, я ими пользуюсь постоянно, и кастрюли достать проще из ящика, нежели вот эти миски. Сейчас мне очень удобно, я все распланировала, здесь у меня полностью все металлические, керамические миски. И, девчонки, обратите внимание, под свой набор на Wildberries я нашла вот такую классную терку, сразу оставлю отзыв, она классная, очень острая, замечательно все измельчает, мне она очень понравилась, симпатичная. Вот эту, девчонки, не выкидываю терку, она потому что маленькая, иногда вот что-то быстро-быстро потереть надо на маленькую терку, пока стоит, если найду альтернативу, то обязательно заменю. И еще взяла доски, девчонки, доски, сразу скажу, мне не понравились, но я не стала уже от них отказываться. Во-первых, вот такой какой-то непонятный, какой-то розовато-желтоватый оттенок, и они очень сильно, девчонки, скользят по поверхности. То есть вообще пользоваться ими неудобно. Альтернативу пока я не купила, но буду менять их. Они бюджетные, ссылку тоже оставлю, кому, может быть, они приглянулись. Вот это из Кюхена у меня. Классные очень доски, но, девчонки, они темнеют от использования, видите? И не такие красивые, хотя ими я очень часто пользуюсь, конкретно для приготовления еды, если я вам не снимаю, но они очень удобные, мне они прям нравятся. Но за счет того, что они темнеют, конечно, это не очень хорошо. Девчонки, следующий ящик, это под мойкой у меня ящик для хозяйственных принадлежностей. Вот это незаменимая штука для пакетов от Икеи. Мне она очень нравится. У всех, я думаю, хозяек есть пакеты. Тут надо немножко навести порядок. Если у меня прям бывает супер-мега настроение, я могу все это дело сложить аккуратненько, замотать. То есть все выглядит замечательно. И здесь у меня вот такая вот полочка. Я уже приловчилась. Очень удобно. Можно взять такого же плана полку на рейлингах, открывать дверцу, и она будет выезжать. Я присматриваю себе такую, но пока у меня вот такая вот полка замечательная. Здесь у меня стоят все моющие для кухни. Здесь контейнер для мусорных пакетов. Сейчас у меня они закончились, надо подкупить. И здесь у меня уже губки, тряпочки и салфетки. Девчонки, отдельно хочу остановиться на вот этих губках. Заказывала тоже на Wildberries. Обязательно скину вам ссылку. Качественные, хорошо пенятся. Очень приятно по форме держать в руке. Стоят не очень дорого. Я специально подбирала прям вот такой вот черный цвет. Теперь все время буду их заказывать себе. Так что с этим ящиком мы тоже уже с вами все обсудили. Здесь такой мини-ящик, в котором у меня хранится посуда. Допом стоят тарелки от моего сервиза для пиццы, для сервировки. Полностью все для сервировки. Для салатов, вот такие вот подносы. То есть вот таким образом все выглядит. Очень классная вот эта вот полочка из Икеи. Видите, в два яруса я поместила миски, чтобы не вытаскивать одну через одну, потому что, ну, тоже неудобно. Но, опять-таки, за неимением больших каких-то шкафов, вот таким вот образом я все разместила, все ясно и понятно.
Также для экономии места я сделала вот такой контейнер, уже я вам его показывала. Здесь у меня хранятся пакеты. Открыл, вот так достал пакет, и замечательно. Так, девчонки, здесь под духовкой у меня хранятся все моменты для тоже выпекания. Здесь у меня хранится фольга, пергаментная бумага, пакеты отборок для тостера для приготовления сэндвичей. Здесь у меня пакеты от IKEA и вакуумные пакеты. То есть все вот таким вот образом выглядит. Очень удобно. Маленький шкафчик, вроде неприметный, но поместилось достаточно большое количество всякой различных вещей. Так, девочки, теперь вот этот шкаф. Здесь у меня до этого стояли все пластиковые миски. Здесь у меня стояли приборы для выпекания и тому подобное. Формы для запекания. В общем, я все перетрансформировала. Вот так наискосок поставила подставку для крышек. Очень удобно доставать. Вообще никаких проблем не составляет. И в стопочку у меня стоят здесь кастрюли. Кастрюли, девчонки, не рекомендую. Вот, знаете, уже попользовалась прям такой длительный период времени. Вот этот ковшик из IKEA очень классный. Но тоже, видите, вот затирается вся посуда вообще практически мгновенно. Я уже пришла к выводу, что посуду надо покупать либо вот такого плана, металлическую, либо покупать посуду керамическую. Потому что вот это все, девочки, то есть невозможно, да, например, не чистить посуду. Начинаешь чистить, здесь видите, да, вот это все дело стирается. И также дно. Здесь вот это рельефное дно, как бы я его не терла различными щеточками, все равно вот это дело все остается. Это не очень красиво. И как бы вот не совсем мне нравится. В принципе, по использованию нареканий нет, ничего не подгорает, хорошие кастрюли, но вот со стороны эстетики, конечно, мне это не нравится. Следующая полка, девчонки, я избавилась от старых пластиковых контейнеров. У меня из Кюхина вот такие контейнеры недостаточно. Здесь из Кюхина контейнеры. Единственное, что я оставила, это у меня контейнеры от Tupperway. Красивые они такие, сервировочные, очень удобные. Пока они еще, в принципе, у меня плюс-минус в пригодном состоянии. Вот так вот они у меня здесь стоят. И вот в таких длинных контейнерах я храню от них крышки. И здесь у меня для сервировки тоже в коробках стоят для сыра и для подачи фуршета. Такие подставки. В общем, вот такой вот шкаф получился. Легкий, разгруженный, ничего лишнего. Следующее. Я занялась и перебрала все бутылочки. Девчонки, вот так все выглядит у меня в бутылочнице. Вот эти штуки я покупала в IKEA. Также в начале влога рассказала вам, что купила вот такие классные наклейки. Они бюджетные, ссылку тоже на них оставлю. И разлила полностью все масло. У меня есть большая бутылка оливкового масла. Я переливаю в эту. Здесь у меня масло душистое. Душистое, уксус, соевый соус, и здесь обычное растительное масло. И здесь уже различные соусы, но тоже надо вот теперь подокупать, потому что по срокам годности половину повыкидывала. Так, девочки, здесь у меня островок, чай, кофемашина, кофемолка и тостер. В принципе, удобно, но, конечно, очень много у меня гаджетов. Если бы была большая кухня, это было бы, конечно, более красивее смотрелось, да, как-то разложено бы было, но вот пока вот так вот. И даже есть какое-то место, там, порезать хлебушек, например, там, или что-то поделать. Вот такой вот мини-островочек, но вот таким вот образом я его оформила. И еще на кофемашине у меня вот в такой корзиночке стоят лекарства, витамины, то, что нужно выпить как бы каждый день. Не лезть ни в какой шкаф, да, но вот полочки я не организовала. Конечно, мне не очень нравится, что у меня вот так вот это все дело выглядит, но тем не менее, девчонки, очень удобно, но мне кажется, более или менее эстетично. Может быть, корзиночка, если бы была повыше, убрать вот этот вот весь лишний шум, я еще над этим вопросом подумаю. Так, девчонки, в этом шкафу все, в принципе, осталось неизменным. Приобрела вот такие вот коробки деревянные. Там у меня на видео вы видели различный, ну, скажем так, хлам, который, в принципе, нужен и не нужен, но без него никак. Здесь у меня оформление, вы его знаете. И вот в этом контейнере, тоже из IKEA, девчонки, я положила, вот у меня есть там на какие-то такие прям дни без еды вот такие вот пакетики, загуститель для сметаны, в общем, какие-то штуки, желе,
добавочные специи, например, да, которые мне нужно досыпать. Вот здесь вот все это хранится. В принципе, очень удобно. Не хватило немножечко мне контейнеров для специй, поэтому вот эти три оставила. Оформила вот так вот соль. Здесь у меня морская, здесь обычная, здесь у меня розовая. Не придумала еще, как тоже ее хранить. Вот этот бутылечек мне, конечно, не нравится, но, тем не менее, вот так вот он выглядит. И здесь вот эти вот баночки, но они не перекрывают надписи, поэтому все очень легко и спокойно находится. Так, девчонки, теперь вот этот ящик, он, конечно, вообще просто невместительный за счет вытяжки. В общем, думала. Здесь у меня полка для чая. Вот такие баночки я приобрела, ссылки оставлю. Кто найдет, раньше они в фикс-прайсе продавались гораздо дешевле, но Юля не купила, а потом брала там по 200 с чем-то рублей, в общем, ссылку я вам оставлю. Осталось мне еще пересыпать сахар и кофе. Идут где-то баночки, в общем, единственное, что вот этот продавец, девочки, не рекомендую. Пришла банка разбитая, но он взял с меня денежку за отказ. Мне это вообще, конечно, не понравилось, хотя не по моей вине была разбита просто банка. И, девчонки, вот в таком контейнере, покупала его тоже в кухне, у меня хранится различный чай. Уже показывала вам, вот здесь вот у меня все вот так подписано, и таким образом все разложено. И различный чай по пакетикам, очень удобная коробочка, я давно хотела такую коробку, и вот прям, знаете, действительно, она удобная в использовании, тоже вам рекомендую. Сверху у меня трубочки, вот такая вот баночка там различные для палочки для роллов. И здесь у меня все для выпечки рецепты. Там мои все записи и специальные книжечки по использованию Борка. У них есть вот такие книжки с рецептами, с описанием. То есть я их не убираю, потому что иногда бывает забываю, и достаю и пользуюсь. И здесь, девчонки, организовала вот так вот пространство. Там у меня запасы. Вот в этом контейнере у меня лежит полностью все для выпечки. И на этой полке тоже все хранится для выпечки. Тростниковый сахар, миндальная крошка, корица, кокосовая стружка. Вот так вот все по банкам у меня стоит. Вот эти две банки хочу заменить. Вот на такие очень удобно, либо на такие, но хочу найти сейчас продавца другого. И осталось сюда поменять хлебницу. Мне не очень нравится и неудобно, крышкой мы не пользуемся. Хочу сюда просто какую-то плетеную корзину, в которую будет складываться хлеб. В принципе, вот и все хранение, ничего сложного, просто очень долго я продумывала все. Девчонки, ну и в этом шкафу все осталось неизменным. Здесь у меня стоят чайные чашки, которыми редко пользуюсь. Заварочный чайник, бокалы для пива. Здесь повседневные чашки с пиалами. И здесь выставлены все мои тарелки на мое количество. В другом ящике, еще в боковом, который я вам уже показывала, есть еще дополнительные тарелки, если мне не хватит и придут гости. И отдельно, девчонки, еще хочу остановиться на вот таком вот дозаторе для мыла. Очень хорошее качество, ссылку тоже оставлю. Симпатично смотрится. Во-первых, у меня здесь стоял зеленый такой с белым дозатор пластиковый. Он очень удобный, но видите, вот в общем фоне вообще не выбивается, то есть замечательно смотрится. И мне кажется, он классно вписался вообще в общую картину. Он устойчивый, прям удобненько пользоваться. И следующая, девочки, показала вам вот такую штуку. У меня вечно тряпочка висела вот здесь на кране, потому что если ее хранить в раковине, она начинает приобретать какой-то запах не тот. Вот эта штука специально продается для держания губки. Но в связи с тем, что у меня есть здесь держатель для губки, я придумала хранить здесь тряпочку. То есть можно вообще абсолютно спокойненько вот так вот ее повесить. И ее вроде как и не видно, и в то же время она стекает, сохнет и не пахнет. И, кстати, девчонки, вот такие вот черные тряпочки тоже приобрела на Валберес. Прямо ставлю ссылку вместе с вот этими вот губками. Рекомендую, очень хорошо впитывается. Когда вытираешь поверхность, не оставляет никаких разводов, и цена бюджетная. Можно стирать, естественно, в машинке, освежать и пользоваться гораздо дольше, чем обычными тряпочками для кухни. Так что, девчоночки, вот такая вот у меня организация на кухне. Вот такие
такие вот покупки. Вообще, на самом деле, я очень рада. Мне доставляет удовольствие вообще что-то покупать для дома. Наконец-таки я прям вот дошла до своего идеала и до своего удобства. Удобства по хранению. Все ссылочки, девочки, оставлю в описании на все покупки. Магазинов там очень много, можно искать альтернативы. Долго я присматривалась, искала, и вот, наконец-таки, я нашла все то, что мне очень сильно нравится. Так что нет предела, конечно, совершенству. Я думаю, что я еще дальше буду продолжать заниматься обустройством. Надеюсь, какие-то моменты вы возьмете себе на заметку. Вот такая переорганизация на кухне, кстати, в 2.5 метра. Столько всего у меня помещается. Вот так я все привела в порядок. Так, ну и в завершении моего ролика мы с вами сегодня приготовим рататуй. Это мое самое любимое блюдо. Я, в принципе, готовила его в разных вариациях, но сегодня будет супер-мега правильный рецепт. Сразу забегу вперед и скажу, что он получился просто идеальным. Даже муж мой оценил, хотя он вот жареные баклажаны любит немножечко в другой консистенции. Поэтому вот давайте с вами начнем его готовить. Первое, что мы с вами делаем, девчонки, это мы режем баклажаны кубиками, включаем нашу сковороду, наливаем оливковое масло, и баклажаны мы с вами обжариваем несколькими партиями. Параллельно я подготовила друшлаг для того, чтобы после обжарки баклажан до золотистого цвета отправить их в друшлаг, чтобы стекло лишнее масло, чтобы не было вот такого прям, знаете, изобилия масла, потому что дальше вы увидите, мы будем обжаривать все овощи по отдельности. Следующая порция баклажан идет на сковороду, все обжаривается с двух сторон до золотистого цвета и отправляется на друшлаг. Затем я нарезаю болгарский перец не мелко, соломкой, которую режу напополам, потому что сам по себе перец такой достаточно мясистый. И нарезаю кабачок. Кабачок нарезаем так, как вам нравится, но не слишком-слишком мелко. И также, девчонки, это все мы отправляем обжаривать на сковороду. Наши баклажаны обжариваются, мы их убираем. И следующая партия обжарки овощей – это у нас баклажаны и болгарский перец. Девочки, аромат стоит просто божественный. Я обожаю овощи жареные в любом варианте. Кабачки обожаю очень, жареные, например, с майонезиком, с чесночком, да, с зеленью. И вообще даже вот видите на видео, это так красиво смотрится, это безумно вкусно. Я прям, знаете, получила удовольствие колоссальное даже просто от приготовления. Затем мы нарезаем лук и мелко шинкуем чеснок. Когда наши овощи обжарятся, мы будем заниматься уже луком и чесноком. Пока все это дело у нас происходит, я тру на терку томаты, но можно купить и в банке, например, кусковые такие, кусочками томаты, да, в собственном соку. Овощи доготавливаются, я их выкладываю также в сотейник и даю стечь лишнему маслу. Потом на сковороду я выкладываю лук и чеснок. Даю немножечко прихватиться ему. Довожу до плюс-минус золотистого цвета, сильно не ужариваю. И затем добавляю наши томаты. И тут уже даю этой жидкости прям хорошо-хорошо прокипеть, выпариться минут 10. Затем я начинаю собирать наш рататуй. То есть у нас идут баклажаны, смесь перца и кабачка. Все это мы тщательно перемешиваем. И даем немножечко протушиться, буквально минуток 5. Добавляем в конце морскую соль и черный душистый перец. Это очень вкусно, девчонки. Вот прямо на видео вы видите, да, попыталась создать вам сочную картинку. Я это все выкладываю на тарелку. Кстати, девчонки, достала свой праздничный сервиз и решила им пользоваться на постоянной основе. Живем один раз. Посмотрите, как красиво. Я притрушиваю все это укропом, но в идеале, конечно, мелко шинкованной кинзой притрусить. Вот это сочетание баклажанов и кинзы, это просто для меня вообще самое идеальное состояние, которое может быть. И вуаля, девчонки. Вот такой рататуй получился. Нежирный, очень вкусный, ароматный. Я просто в полном восторге. Я себе сделала в тостере кусочек черного хлеба и благополучно поужинала. Всем приятного аппетита и пока-пока!